В Астане состоялась официальная церемония взвешивания участников финала 7-го сезона всемирной серии бокса. В заключительном противостоянии Астана Арлан встретятся с кубинскими боксерами из Куба Домодорес. Казахстанская команда пробилась в финал всемирной серии бокса уже в 4-й раз. Соперники Астана Арлан привезли в столицу довольно-таки сильный состав. Среди их спортсменов чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Исполнительный директор президентского клуба Астана Аманбек Кульчиков сообщил, что финальные поединки на этот раз состоятся в новом формате. Бои всех весовых категорий пройдут в один день. Ну а в коронной для Казахстана весовой категории в 69 килограммов завтра будет боксировать Асланбек Шимбергенов. Его противник – бронзовый призер Олимпийских игр Роньель Иглесиас. Конечно, выступать в таком весе – это большая ответственность. Надеюсь, что, как и наши гордость, Серик Сапиев и Даниар Илюсинов смогу достойно представить страну в финале и поддержать марку 69 килограммов. Я знаю, насколько важна и привычна для казахстанских бойцов категория 69 килограммов, но я думаю, что победить сильнейший и им буду я.